Всех приветствую! Вы на канале Валекса. Прекрасную тему сегодня подсказала одна из подписчиц. Для тех, кто тема сегодняшнего разговора, для тех, у кого одновременно проявились два, к примеру, бывших. Если у вас ситуация такая, что двоих бывших, проявившихся одновременно, нет, то колоды две. Просто выбирайте колоду, на которой будем смотреть того бывшего, который проявился. Итак, с чем проявился каждый из бывших? Либо, может быть, еще только планирует проявиться. Выбирайте колоду. Это золотая. Обе классические. Это золотая. Это серебряная. Давайте так ее назовем. Присваивайте имя партнера к одной из колод. И мы смотрим. Смотрим сначала на золотой. Те, кто выбрал золотую колоду. Итак, с чем проявился вот этот вот молодой человек? Может быть, не очень молодой, у всех варианты разные. С чем проявился этот человек к вам? К вам, именно к вам. Его терзают воспоминания. Его терзают воспоминания, причем воспоминания такие жаркие, яркие, страстные. Он на них зависает. Он на них зависает и чувствует себя почему-то обманутым. То ли говорит, я сам себя обманул, то, что я вот с этой женщиной сейчас не вместе, либо то, что у нас не получается. Может быть, у кого-то проигрывается так, да? А вот. И вот по Луне он еще также прекрасно считывает ваши энергии. Угу. Мечтает о вас, мечтает, фантазирует. Причем строит какие-то такие планы по семерке кубков, что вот во всех сферах, вот он прямо, знаете, есть такое, пришел, увидел, победил. Вот. И это вот эта ситуация, что вот он сейчас проявится, притянулся на ваши женские энергии, вас расхвалит, себя расхвалит, пообещает вам золотые горы. Видите, тут золотые горы, их тут много, да. А человек-то стоит спиной в картинке, обратите внимание. Так, очень стремительно проявился, и очень стремительно, либо если не проявился, то проявится, и очень стремительно собрался действовать, развивать, торопить вас с принятием решения. Он говорит, я все понял, я все проработал, я даже денег уже вот уже практически заработал. Вот. Но, смотрите, характеристика данного мужчины может проиграться. Мечевой король, либо это воздушная стихия, либо это человек все-таки какой-то такой, знаете, жесткого внутреннего порядка, который не всегда готов принимать все, что дает ему Вселенная. Не всегда готов реагировать со знаком плюс на то, что предлагаете, допустим, ему вы, или даже хотя бы на то, что вы ему говорите. Вот в чем дело. То есть вот, часто по этому знаку проигрываются водолеи и близнецы. Это люди, которые отвергают. Они считают, что у них по поводу всего есть свое собственное мнение. И вот чужое мнение — это вообще просто для них ни о чем. Еще что ты нам скажешь, дорогой? Ага, ах, вот ты почему. Ну вот оно пошло, как не прятался этот дьявол, это зависимость, а возможно и созависимость. Да, давайте-ка посмотрим, а вы-то как на него реагируете. Мужчина зависим от вас, он не хочет это признавать. Даже если девочки не воздушной стихии, мальчик, он просто не хочет признавать то, что он от вас зависит. Он о вас постоянно гоняет, вот это вот все в голове, вот это вот все, а кто виноват? Ну, виноват это, конечно, всего скорее. Вы, знаете, есть такая поговорка, дорогая, если бы не ты, мы были бы идеальной парой. Ну, так-то эта женщина говорит, но вот в данном случае это от него. Вот прям считываю с пространства. Так вот, скрывал, что он от вас зависим, а вы теперь об этом знаете. Вы-то в каких энергиях, моя дорогая? Та, которая смотрит меня сейчас. Подписывайтесь, кстати, кто не подписан. А вы в энергиях короля кубков. Вы... Как вам сказать, король мечей и король кубков — это несколько разное. Вы в энергиях опять его видите не таким,
не таким, я вас предупреждаю. Вы его видите не таким, каким, а он есть на самом деле. На самом деле человек расчетливый, холодный. Вы видите его сейчас, ну, вот таким вот любящим, растаявшим. Ну да, он принимает, он же сейчас по дьяволу пришел. Он же сейчас по дьяволу пришел, у него страсти мордасти, ему хочется тепла, ему хочется уюта, ему хочется понимания. И, конечно, он будет пытаться вас зацепить за эмоциональную сферу. А человек-то не в ресурсе. Смотрите-ка, человек проявился, он не в ресурсе. Он от вас хочет получить вот какой-то определенный ресурс. Дорогие девочки, кто меня сейчас смотрит, вот по этой по золотой колоде, смотрите, будьте внимательны, пожалуйста. Впереди, возможно, опять разрушение, разрушение ваших планов, вашего внутреннего покоя с этим человеком, разрушение вашей стабильности. Шанс на дне колоды карты Мир, шанс о том, что эти отношения перейдут на новый уровень возможен, договориться возможно, если вы не будете сидеть в розовых очках. В принципе, вы этого человека можете оставить в своей жизни, но после серьезной проработки, после серьезных разговоров. Потому что если вы будете видеть его как короля кубков, как человека, дающего вам любовь, вы опять ошибетесь. То есть этот человек холодный и расчетливый, и с ним нужно действовать также его же методами. Те, кто загадал партнера на второй колоде, либо это второй партнер, давайте я соберу, чтобы информация не смешивалась и не мешала нам читать другого партнера. Те, кто загадал партнера по второй колоде, смотрим, с чем проявился он, с чем проявился этот загаданный вами партнер. Тут может проиграться мальчик помоложе, который у вас, да, либо огненной стихии, либо вот такой прыг-прыг-прыг, прискакал, прискакал, прибежал, а страсти свои принес. Сиюсекундное принятие решений, хочу вперед, хочу любви, хочу секосу. Вот. Либо если мужчина не моложе вас, то он просто, знаете, проходит по пажу разговор о том, что ну, безответственный. Девчонки, безответственный, не готовый принимать серьезные решения. По легкости хочет. По легкости, по эмоциям прокатиться хочет. Еще что? Погнали. Еще что? Так, а вот тут разговор о семье. Тут разговор о семье. Так и хочется сказать. Возвращение блудного попугая. Блудный сын вернулся в лоно своей семьи, так что ли, получается у нас. Вот он считает, что вы его семья. Может быть, даже вам и предложение какое-то будет делать о совместном проживании. Я не вижу здесь предложения руки и сердца, хотя, возможно, на страстях для того, чтобы как-то вот вас эмоционально зацепить, человек может сказать: мы с тобой семья, я всегда это знал, мы с тобой должны быть вместе. Ну, либо так вот как-то вот к этому подводить, да. А человек, кстати, тоже карта Мир, смотрите, как и с тем же партнером, но с тем партнером карта Мир была на дне колоды, а здесь она выпала в раскладе. Разговор о том, что он хочет выводить отношения на новый уровень. Но помним о том, что это человек сиюминутных решений, что это еще в душе своей ребенок. Да, трансформация полным ходом. Мальчик взрослеет, а повзрослеет ли? Нет, пока им его ведут к вам вот эти вот тузы жезловые, да, вот этот вот жезл, да, даже визуально видно, на что он похож. Вот этот вот жезл, он считает, что он все пересмотрел, что он все думы передумал, и все, труба зовет, жезл зовет, на лошадку сел, и по карте смерть, давай заново. Вот мир и смерть говорят о том, что на новый этап пошел, на новый виток, пошли отношения, но мужчина ведом страстью все-таки, ведом страстью в первую очередь. Он хочет хорошей коммуникации. Здесь немножко, как бы, несмотря на то, что мужчина помоложе, здесь все-таки разговор о том, что человек задумывается и о материальной сфере ваших отношений, и о том, что в отношения нужно вкладываться. Вот. Ну, вот он вкладываться пока, знаете, готов только вот этим жезлом, да, который у него там, знаете где. А вот. И вот если вы его вот за что-то выскажите,
не то что претензию, претензии не надо никому предъявлять, все люди в нашей жизни учителя. Если вы ему скажете свои намерения, да, свое видение ваших отношений в будущем, он это не примет. Вот так, он это не примет. Хотя на коммуникацию готов вкладываться, готов. Но, понимаете, вот он готов вкладываться на своих условиях. Вот я типа вот какой, ну это как раз вот детская позиция, да, инфантильности такая, легкая инфантильность. Да, вот я какой, вот я пришел, что я предложил, а я предложил тебе много, что я предложил, а по сути предложил только вот это. Да, вот этот жезл. Вот. А то, что ты предлагаешь, не-не-не, так не должно быть то, что ты предлагаешь. И таким образом, мужчина, вот который по этой колоде у нас проходит в вашей голове, да, таким образом, мужчина лишает себя, вот по девятке мечей, лишает себя достойного внимания с вашей стороны. Дело в том, что вы уже далеко не такая проста, как была. Да? То есть вы тут будете смотреть на него и думать, да ёлки же паки, да зачем мне опять этот детский сад? Вы в каких энергиях? Давайте смотреть. А вы в каких энергиях? Вот к этому человеку. Ага, по карте 2 пентакли. А вы молодец, а вы разумная, а вы вот в поиске баланса, вы в нерешительности. И вы знаете, я бы даже сказала, что это позиция наблюдателя. Вот так держать. Вот я всегда считаю, если девочки занимают позицию наблюдателя, да, то они выигрывают в будущем. Не надо никуда торопиться. Он, конечно, будет вас тут вот по этой карте. И по этой карте будет того подпинывать. Давай, 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 я все решил. Но он не понимает, что вы-то тоже чего-то решаете, да, и вы тоже для себя что-то решили. Вот это надо до него донести. Вы тут в позиции наблюдателя. Молодца. Так, держать. Что еще? Вы знаете, у человека, я вам хочу сказать, есть по верховной жрице еще вариант. То есть, если здесь так, типа, тук-тук, откройте, не открывайте, ну я пошел. Понимаете, то есть, вот в этом и проявляется паж жезлов, да. То есть, по верховной жрице есть еще у него кто-то. Есть еще вариант, ну а что за вариант, давайте посмотрим, на котором он тоже делает ставку. А, поссорился с кем-то, понятно, с кем-то поссорился, и поэтому к вам. Ну нехорошо, как-то это все нехорошо к вам. И вот вы знаете, вот он считает, что это справедливо. То есть, девчонки, вы, получается, принимаете роль запасного аэродрома. По карте справедливость, я думаю, вы прекрасно в этом разберетесь и сумеете, так скажем, осадить наглеца. После этого ситуация зависнет. После этого ситуация опять зависнет. Стоит только вам выявить, показать, объявить свое мнение по поводу его приезда, прихода, прибега, как он сразу либо сольется, либо будет в таком недоумении, что типа, блин, я ожидал другого, а я привык, что ты всегда распростертые объятия мне тут, да? Вот так, имейте в виду. Так что заглядывайте вперед. И тут же может обратно ускакать, нервно тряся яичками. Да. Вообще в потенциале и с этим человеком у вас возможна любовь по карте туз кубков, но это любовь на его условиях. Вот так, девочки, вам это важно понимать. На этом расклад окончен. Всем удачи, мудрости и понимания.